Спонсор сегодняшнего выпуска – магазин игр gamazaver.ru. Лучшие игры по доступным ценам. Ссылка находится в описании к видео. Всем привет, меня зовут MJ Ramon, и добро пожаловать в крафт-шоу. Сегодня мы играем на стриме в Червячков Революция. Мне нужно быстро решать, что сегодня у нас будет. Привет, Рич, привет, Тюна. Здравствуйте. Привет всем. И да, пойдет такая карта? Нет, такая не пойдет. Давайте другую карту. Давай Flatland. О, это странная. Это будет странная игра. Давайте эту. Это будет очень странно. На самом деле, что я хотел сказать, что меньше человек, ой, меньше червяков не означает низкие шансы, на самом деле. В общем, у меня 4 червя, а у Рича и Тюны по 5. Да. И он пытается сказать, что это ничего не значит. Ну да. Блин, я гохожу! Ты... Да, ты тактически оказываешься в более выгодной позиции, потому что ты можешь рассчитывать на то, что ход к тебе вернется быстрее, и ты добьешь того, кого ты бил. Слушай, а что это у нас ветер здесь так сильно дует? Я ничего не понимаю. Это сквозняк. Это ветер перемен. Ты не понимаешь, что ли? И он дует в твою сторону. Меняйся, Рамон. Меняйся, быстрее. Живодёло-то. Зачем? О, и мина, мина, есть. Мне кажется, только его и надо трогать. И у нас еще одно пожертвование приходит в количестве 3 рублей. О, это я. И я надеюсь, многие обратили внимание на то, как выглядят мои черви. Так, кто-то... Я сегодня играю, кстати, с клавиатуры, потому что... Черви внизу. Ну, повезло тебе. Честно. Обратите внимание на то, как выглядят мои червячки. Нравится? Я не просто так сегодня оделся таким образом, смотрите. Я с червями в одной команде со своими. Но зрители на ютубе этого, к сожалению, не видят. А вот на стриме веб-камера. Да. Надо приходить, как, ребята, как вовремя. Как там чат скрыть в червях? А, вспомнил. Мышкой. Курсором. Но у меня курсор не свободен сейчас, не могу ничего делать. Да. Занят. Работает. Но я не могу его использовать, потому что он у меня сейчас в режиме слежения. Ну, камера исключительно. Угу. Может быть, нажать Enter? Нет. T. Escape? О, эскейп работает. Оп, все. Так, интересно, что тут сообразить-то можно? Ты, ё-моё. Смотри, ты можешь, например, сообразить, забрав деньги. Ау. Забери деньги. Хотя не надо. Или стрельни по ним, тоже вариант. Да, лучше стрельни. А, хорошо, уговорили. Ты серьезно это сделал? Да. Ты серьезно пальнул по деньгам? Вы ж попросили. Это было странно. Как я мог вам отказать? Он у тебя с фонарем, но доволен. Ящик с оружием. Ох, нифига себе, у меня червячки мои расположились. У меня вообще все внизу, если будет потоп, то я... Жесть какая. Итак, прыжок у нас это левый шифт. Управление в червяках вообще такое ужасное, если честно. Отвратительнейшее. Оружие открыть это правый шифт. Это жесть какая-то. Я с контроллером. Телещит, обмен. А, у меня волосы в рот лезут. Эх, из бороды этой. Ладно. Ладно. Нет. Не ладно. Вот, ладно. Готовы? Ну давай. Селедки. Селедку еще подпали. Пожарь селедки. Еее! Идеально. Это моя. Больно. Это мое пожелание на все случаи жизни. Я болею за Рича, говорят. Чать. Да у нас тут вообще. Будь здоров! Ой, спасибо. У нас тут вообще за Рича многие болеют. За Рича на самом деле. Это, наверное, единственная игра, в которой Рич. Ну, просто бог. Куда? В отличие от Тюна. На самом деле, вы со мной в Ластомане еще не играли.
Не в сапера. Ну а давай тогда сразимся с тобой в... Господи. Я сейчас только... У меня одни червяки на уме, и все сейчас. Папаня, селедка, шило, мыло, Питер Паркер и тому подобные чувачки. Блин. Мой червячок вообще такой пошел прыгнул, и всё. Не, причем я имею в виду конкретно... Ну, особо меня не зацепило. Как-то мы собрались вместе, да. Имею я в виду конкретно эластоманию, а не... Ну, вот эту вот 3D-штуковину. Не, вот я как раз вот конкретно эту 3D-штуковину и имею в виду. Ну, а я конкретно 2D-штуковину да. имею в виду. Спасибо, чату, да. Ладно, так уж и пожелать. Быть. Так уж и быть. Выберем это оружие еще раз. Оно сегодня делает хорошую работу. Да ты промажешь. Смотри. Идеально. Просто идеально. Это разогревочный круг. Это ты про себя говоришь? Да. Вперед, селедка! Говорят тут. Нахлестай по лицу. Успеешь? А кто это сейчас ходит? Рича-то ходит, да? Не, это Тюна ходит. Тюна у нас. Да, синяя. И каков будет твой выбор, Тюна? Потому что я неспроста выбрал такой тип карты. Никаких авиаударов для тебя здесь не будет. Как и для нас, впрочем, тоже. Смотри. Полисмен-живодер у нее имеется. Ну... Так да. Я же говорю, Майдан! Майдан! Отражение своей страны, да? Или... Или не своей. Или не своей. Ну, кепка полицейского здесь явно... Ну... Не США, не американская. Не, ну... Более французская, наверное, какая-то, или немецкая. Типа французская или польская. Или немцы. Немцы тоже в такой ходят. А что это у меня стрим перезапустился, что ли, или еще почему? Не знаю. Я стрим не вижу, я не знаю. А ну-ка, мне нужно сейчас проверить. Я в нем работаю. О, стрим нормально вроде бы. Фартовый. Я тебя вижу. Вы видели, какой он фартовый? Да. Друзья, все пожертвования, кстати, которые к нам приходят сегодня на стриме, я внесу в список тех людей, которые пожертвовали в перерыве между играми. Чего вы все балуетесь гранатами, а? А мы такие... в воду попало! Мы ж мужики. Чтоб нам гранатами не побаловаться. Ну что? Безрукий хирург. А что такое? Думаешь, ему руки отстрелить? Тебя не получится. Он червь. Как же там вкусно-то расположилось целых три... Целых три. Это слишком далеко. Да кинешь ли? Нет. Поэтому... А чтоб такого сделать? Такого прям, чтобы ух? Чтобы ух? Да, мне кажется, тебе стоит совершить суицид. Нет, спасибо. Суицид. Сегодня как-то не очень хочется. Ну посмотрим, как игра пойдет. Слушай, а чё у меня оружие не выбирается? Я сказал... Вот это! О, отлично. Тоже мне оружие. Ну и подожди. Что ты мне глазик выколешь? Смотри, как ему скучно. Безрукий хирург даже умудрился достать мячик и поиграть им. Что это говорит о тебе? А чё у тебя так много здоровья осталось? А, не, 50. Униженный лагало, и оскорблённый. Лагало немножко. Денежки. Динамит? Не, шотган там нанес побольше урона, чем динамит. Динамит, вот я знаете, куда знаю, куда надо? Знаете, куда знаю? Вот знаю, что сюда надо. Отлично. Ну и знай себе, знай. Тюн, у тебя есть прекрасная возможность реабилитироваться и поуничтожать фон. Отличное сообщение в чате. Рамон, я тебя люблю, будь моим мужем, я буду хорошей женой, у нас будут няшные дети, люблю тебя. Слушай, может и правда, а? Чё я вот это... Быть и да. Чё я вот это ищу? Вдруг вот она, любовь, вот эти вот строчки текста, вот и есть моя любовь. Вот оно. Тюна, ты между прочим, выигрываешь пока что, ты в курсе? Кто? Ты! Я? Да нет...
Ну, Тюна же ты. Я иногда, конечно, вас путаю. Мне Undead Мороз говорит, чтобы я побрился. Вот, слушай, кто-кто, от кого, от коллеги я такого не ожидал. Кстати, как там мой чаечек заварился? О, вроде заварился. Получилось. Знаешь, у меня есть одна проблема с этой бородой. Я очень хочу выпить чаю. Угу. Удобно ли тебе? Нет. Ну, есть... Трубочки. Да, есть прекрасные инженерные решения. Не ходи туда. Инженер. Не ходи туда. Не надо туда идти. Зачем ты сюда идешь? Иди в другое место, у тебя не хватит времени. Хотя оставайся вместе с нами. Всем привет. Будь нашим королем. Такая пати. Let's party. Ой. Ты потанцевал, что ли? О, черт. У-у-у. Это я красиво прыгнул. Нет. А, черт. Неплохо. Мой хоть выживет? Всем понравилось. Троих одним ударом. И выживет мой червяк? Выживет. Да. Он выжил. Жгун отжег. И мне открыто достижение смерть воякам. У-у-у. Ромашка. У меня осталась ромашка, фрукт и папайя. Я пока займусь своим чаем, пока вы там. Нубики, пытаетесь что-то сделать с Рамоном, который состоит из четырех червяков всего. Так тебе же рассказываю, что удобнее. Да. Ты что, не помнишь, что ли? Тебе опытный вояка, которого ты уничтожил, это рассказал. Тюна, спасибо тебе большое. Это был идеальный выстрел для меня. Посмотри, на самом деле... Это будет мой подарок на Новый год. Панторез, несмотря на те случайности, которые происходили с ним до этого, имеет наибольшие шансы... Выжить? Да, для выигрывания... Для выигрывания... Я бы даже так. Ну что, друзья, сказал, ваше здоровье. Пьешь чай? Чем он занимается? Пью дахунпао. А ты давай быстрее думай. Это, наверное, единственный чай, который я пью совершенно без сахара, и меня от этого не курыжит, не кочевряжит. Не, спокойно. Как это делать? А что там происходит? Получается. Чё у тебя происходит? Скажи мне, пожалуйста. Да я пытаюсь сообразить тут немножко. Но у него там минное поле впереди, и он думает, идти туда или нет. Да, поэтому я пытаюсь немножко... У меня не получается сообразить. Мне, в принципе, и стрелять-то некуда. Ладно. Рамон, я надеюсь, что мы будем вместе на века поцелуя тебе жаркий поцелуй. Это уже становится немножко стрёмным. Узнай её возраст. Или его возраст, или его, да. Это человек подписывался. О, еще пожертвование. Так. Это взрывобезопасный, к нему бесполезно идти со своей вот этой штукой. Ничего не знаю. Ну в том-то и дело. В этом вся проблема. Он взрывобезопасный, ты должен это знать. А, мина так не сработает, я знаю. Или сработает? Давай вот по чесноку скажи мне, сработает мина, если я под ноги поставлю? Ну, вообще обычно работает. Я в другие версии червяков обычно играл. В это я теряюсь, на самом деле. Знаешь, что я сделаю? Я проэкспериментирую. Что это? Нет, она работает. А это что вообще за мина? Я такое и раньше не видел, поэтому не надо мне тут. Это турель. Ну? И чё? Эксперимент, который может стоить мне проигрыша или выигрыша скорее, но... Ты решил меня оборонять? Ой. Что там? Это было близко. Так. Я ее чуть-чуть не там поставил, я понял. Я просто не совсем знаю, как она работает. Я ее один раз тогда ставил давным-давно. Круто. Надо было не выделываться. Мину, если поставить вот эту вот. Да мина сработает. Сработает, чё? Да? Конечно. Она от расстояния работает. Тут началось уже. Во, фартук пишет. Это для тебя, мой милый пупсик и сердечко. Фартук, уж я-то знаю, что ты пацан. Что ты творишь-то? Что ты делаешь? Иха!
А чё она по мне попала, турель эта чертова? Она, по-моему, работает, если ты кого-то рядом из своих атак... Ну, кого-то моих, из моих атакуешь червяков, по-моему, он только тогда она срабатывает, не? Я только тебя подпнула. Я еще ничего такого не сделал. Продолжим? Мой червячок поздоровался со всеми. Опа! Вот это да. Ну, турель хотя бы уничтожил. Это был сюрприз. Он... Метка. Он об турель ударился, по-моему, да. Лалла. Так, ну что? Но на самом деле такими действиями я повышаю свои шансы выжить. Папаня, я верю в тебя. Вот это я точно знаю. Так, давай. Чёртов ниндзя, давай. О. Давай, давай. Это на самом деле тяжело. Да. Червяком прыгать? Да. По бездорожью? Да. Я не уверен, что у меня это получится, но я попробую. А чё тут не получиться-то может? Без рукого хирурга? Блин, ну только мой червяк пострадает. Донателло. Странно, я прыгнул? Сейчас... Сейчас они... Да. 10 хп осталось. Ничего так. Я пришел и вижу, что Рамон даже в меньшинстве лучше играет. Ох ты, пашечки мои. Я вообще никогда не говорила, что я в червячков хорошо играю. Рамон похож на смесь Деда Мороза, Трахтенберга и Билана. Вот ты. Вот сразу видно, что постоянный зритель. Знает все наши... Все наши... Как там? Все наши тоненькие трещинки... Все наши хитрости, как там пелось? Я знаю все твои трещинки. Это твоя песня, видимо. Это ж пела и это. Ты чё, как её, Земфира вроде бы пела. Ну и пусть бы она и пела, в принципе. Для тебя есть идеальное решение, Рич. Самоубийство. Ой, ой, как оригинально-то. Давай. Ну, смотри, ты можешь унести с собой двоих. Пью вискарь, поправляю здоровье и смотрю любимый стрим. О, наши люди подтянулись. Я, конечно, человек не пьющий, но вискарь иногда можно. Если вам больше 21, если что. Это было странно. Охренеть решение, я тебе скажу. Ты. Надо было себя тогда уж закрыть. Как бы тебе сказать... Ну, действуй, да, давай. Я не знаю, получится у меня это или нет. Себя получится, да. Просто сейчас проверим теорию. Ну, бомбу можешь поставить. Попал? Попал. Бай-бай. Твое решение ничем тебе не помогло. Уж прости. Ну, ничего страшного, я тебе прощу, да. Прости. А, я уже другое оружие не выберу, да? Да, вон селёдка рядом, нормально. Не допрыгнул. Ну и ладно. Сделаем. Стрельный воздух, предупредительный. Вот так? Да. 3, 2, 1. Рамон, выходи за меня, я буду твоим лучшим мужем. Пишет 228 Черик. Мне не нравится ничего из твоего ника. Извини. А все остальное? Все остальное? Что это? Тина, ты уверена в своем выборе? Да взрывай! Взрывай! Пробелом взрывать ее надо. Блин. Я не знаю. Ну, теперь знаешь. Мы ж не... типа лошара не за... Нет, мы ж нормально говорим. Не, ну у меня была шутка, но она была бы, ну, очень плохой. Про овцу? Ну ты, скажем так, ее уже сказал. Ну да, я знаю. Что это такое? У меня тут сейчас столпотворение происходит в комнате невероятное. Потому что ты Дед Мороз, и все хотят подарка. Заходят и ржут с меня, понял? Пришли твои кони из стройки, да? Я хочу напомнить, что олени
у Санта-Клауса, у Деда Мороза тройка, несущая его на санях. SSD-мен говорит: «Тюда, я тебя люблю, пойдешь со мной на свидание?» SSD-мен, я назначаю вам свидание на вершине Эйфелевой башни. Ты оплачиваешь Тюне весь проезд. Сможешь организовать? Тюна подумает. Как я тебе, как в качестве агента, неплохо? Хорошая сваха. Все нормально. Отлично. А кто ходит? Я хожу. Ядрен батон. Гжи давай. Гжгу. Не, гжу. Что-нибудь уже сделай. Сейчас что-нибудь придумаем. Эффективное. А что делает гоп-стоп? А, деньги отбирает. Ага. О, у меня же 10 монет, стойте. В что там бутике продается за 10? А как включается магазин? А там вверху переключается. Слушайте, тут прикольные штуки продаются. О, я ничего не успеваю, ничего не успеваю, ничего не успеваю! 5, 4, 3. Такой... От бедра махнул. А у меня оставалось 5 секунд. Ничего не оставалось, как отжать кнопку последний момент. И нормально, кстати, здоровье так отобрал. Сколько там? 12 хп забрал, да? Да, 12. Ну так, вообще просто. Базука от бедра, как правильно сказал Рич, это вам не игрушки. Тюн, ну смотри. Ветра нет. Рамон, с наступающим Новым годом! Желаю тебе и твоим друзьям. Ух, пронесло. Там вообще нужно было на максимальную амплитуду выбрать. Тебе и твоим друзьям счастья и здоровья. И да, как тебе на Steam подарить игры? В описании к стриму внизу там указана ссылка на мой Steam профиль. Вы можете добавить меня в друзья. И, допустим, личным сообщением на Твиче сказать, что я такой-то, у меня имя в Стиме вот такое, чтобы я вас нашел там. Хочу подарить тебе игру, и я вас добавлю просто в друзья, и мы с вами разменяемся любезностями. Я буду делать так. Я буду читать подсказки даже не себе, пишет Тюно, поставь турель. Нас больше 1000, если нас сложить штабелями, то можно построить дом. Прикольно. Если нас... А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Класть. Что ты пришел? Или положить. Что-то сказать? Не трогай папаню. Говори, уходи. Или останься на чаек. Или не трогай папаню, или облежи его. Что? А че ты так встал? Отойди от него! Ты! Суперхэд! Не, это не сработает, это не сработает. Ты можешь... Это брызгал? Да, я купил в магазине. Смотри, ты можешь каким-нибудь ударом... На голову забрался. Каким-нибудь апперкотиком... Твою мать! Стоишь? Не сработало! Вот так не работает. Алярм! А не, сработало. Но не в ту сторону. Я не в эту хотел. Тебе нужно было апперкот какой-нибудь выбрать. Балда. У меня усы через усы видны. Ну что, поговорим? Стандартная ситуация. Так, что у меня тут есть? А что у тебя есть? У меня есть то, чего нет у тебя. Доставай. А кто думает? Почему ты говоришь «ммм»? Почему вы оба говорите «ммм», если ходит только один? Тюна, не трогай Питера Паркера. Он спасает население. Да-да. От жизни. Такой. Что значит «от жизни»? Что значит, если его укусил паук, то все? Он плохой? Нет, он не плохой. Твой плохой. Мой хороший. Он... Так я тебе говорю, ты вообще хоть знаешь, что такое Питер Паркер? Он пипи. Господи. Да я-то знаю, кто такой Питер Паркер. Об этом и говорю, что Питер Паркер хороший. Ты в чат? А твой черти что? Твой это Тюнин. Что мой это Тюнин? Я перевожу стрелки очень красиво. Понторез, ждем от тебя
красивых понтов? Движений, да. Кстати, вроде бы у тебя он должен быть со 100% хп. Почему он у тебя такой побитый? Потому что... Питер, потому стреляй что паутиной. О, ну выстрел был не ничего такой. Красиво. По красоте я согласен. Я... Безрезультатный, конечно, но ничего такой. Успех от неуспеха трудно отличить.